Рассказывает руководитель ансамбля «Кантеле» Карп. Минувший год был для нас, артистов государственного ансамбля «Кантеле», интересным и плодотворным. Наши концерты состоялись в областях и городах Российской Федерации, в Карелии. Памятным событием для нас явилась поездка большой группы наших артистов в дружественную нам Финляндию. Одновременно с этим мы готовим большую праздничную программу к юбилейным датам будущего года и к показу карельского искусства и литературы в городах Российской Федерации. Вот сейчас мы предлагаем вам послушать и посмотреть фрагмент из нашей новой программы выступления вокального квартета «Лейво». Пожалуйста. Sitten voi jalkyllä